Самым ярким впечатлением детства оставалось море. Море манило пространством, светом. Хотелось пробежать за горизонт, на край земли. Каждый день был наполнен ожиданием какого-то близкого чуда, сказки, подарка судьбы. Нередко мне снится один и тот же сон. Я нахожусь в заключении, срок кончился, а меня не выпускают. Увы, сколько уже прошло времени, но до сих пор в малейших подробностях я вспоминаю эти моменты. Это был вечер. Пришли люди в штатском, посадили меня в обычную машину и повезли. Был яркий-яркий закат. Пересекали Крымский мост. И так запало в память эта красота вечера, Москва-река, нескучный парк. И дальше началась тяжелая, однообразная пора. Я превратился из человека в безличную фигуру, ЗК, номер. Постепенно слабели связи с внешним миром, забывались лица, люди. Умершие и люди живые воспринимались одинаково, условно, одинаково далеко. Особенно это проявилось после 7 лет заключения. Лагеря сменялись. Самое тяжкое было переезды, этапы. В купе набиралось по 10, 15, 20 человек. Сутками иногда не давали еды. А потом направили на высылку без срока. Очень хотелось увидеть мать. И так не пришлось. Меня отправили, прежде чем она смогла прийти в тюрьму. А когда я вернулся из ссылки, за несколько месяцев до того, она умерла.
сердечной печалью ты сказал мне, что день стал короче, что становится снова темнее. Это затем, чтобы новая радость возникла, ликование рождению света. Но теперь, как день станет короче, всегда непонятно тоскливо провожаем мы свет. Юности самым важнейшим событием моей жизни была встреча с Николаем Константиновичем Рерихом. Это была не только встреча с великим художником, это была встреча с учителем, с человеком, который наметил пути жизни, указал смысл и цель жизни, и благодаря которому я не погиб в тех условиях, где столь многие погибали. Вот тот духовный заряд, который был получен от него, сохранился в течение многих-многих лет. Я верил, что только искусство может меня спасти как человека. Можно было держать голову низко, но душу высоко. Ты говоришь, что к вечеру в путь соберешься. Мой милый, не медли. Утром выйдем с тобою. В лес душистый мы ступим, среди молчаливых деревьев, в студеном блеске росы, под облаком светлым и чудным. Пойдем дорогу с тобой. Если ты медлишь идти, значит, еще ты не знаешь, что есть начало и радость, первоначало и вечность.